Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Герасименко. Я директор продукта сервиса MyGeek. Очень интересно, чем занимается ваша компания? Наша компания помогает ритейлу привлекать персонал на временную занятость, на короткие смены с гибкими графиками. Звучит как спасение всего ритейла в часы загрузки. Скажите, пожалуйста, вы спикер нашей деловой сессии. Расскажите, пожалуйста, она будет сегодня, да? Да, я буду сегодня рассказывать про трансформацию на рынке ритейла, как раз связанную с цифровизацией, как раз связанную с временным персоналом и с переходом на более эффективное планирование графиков сотрудников за счет гибких смен. Замечательно. Скажите, во сколько? В 16:00. 16:00, потому что все буквально через 10 минут после нашего интервью уже увидят наше видео, и я надеюсь, тоже к вам придут. Расскажите, пожалуйста, все ли смотрят в одну сторону вот, в вопросе гибких смен, сотрудников на 2 часа и так далее? Или, в принципе, есть какие-то еще модели, которые идут в контур вашей? Вы знаете, все смотрят, в принципе, в одну сторону, но есть препятствия, в общем, для того, чтобы в эту сторону идти, как водится. И основное препятствие – это уже устоявшиеся достаточно сложные бизнес-процессы, которые так легко поменять нельзя. Ну, то есть сделать какой-то IT-продукт гораздо легче, чем поменять все процессы по подбору персонала, например, в какой-то крупной сети, да, у крупного ритейлера. Поэтому мы сейчас вместе потихонечку на компромиссных условиях пытаемся перейти на эти диджитал-рельсы для того, чтобы через несколько лет здорово по ним взлететь. Звучит как правильный алгоритм для будущего, который всем упростит жизнь. Расскажите, пожалуйста, ваше впечатление о выставке, насколько интересно, насколько интересны спикеры, если вдруг вам удалось кого-то уже послушать. Может, вы посмотрели наши вот прекрасные стенды, может быть, кто-то интересный продукт какой-то для вас сделал? Послушать мне, к сожалению, пока никого не удалось, я как раз вот стремлюсь к этому, но я была удивлена увидеть столько технологических новинок на стендах. Меня как представителя диджитал-индустрии, конечно, очень интересует, что выходит в этой сфере, да, в технических, в IT-новинках, и они действительно есть, начиная от этого маркетингового бота, который на выставке вместо человека, да, предлагает им пообщаться, заканчивая холодильником, из которого ты берешь товары, он списывает за тебя деньги. Потрясающе. Я очень люблю наш цифровой век и очень радуюсь видеть такие вот вещи вот, доступными на уровне вытянутой руки. Когда-то мы думали, что будущее скоро наступит, а оно наступило, мы и не заметили. Да. Спасибо вам большое за интересное общение. Будем вас задерживать. Скоро у вас деловая сессия и желаю вам на ней удачи. Спасибо. Приходите, поговорим про трансформацию диджитал.